21 марта на территории Марского района, по предварительным данным, вблизи села Орловское, в 8 часов утра произошло столкновение двух транспортных средств. Грузового автомобиля МАН под управлением водителя мужчины 1957 года рождения и легкового транспортного средства Мазда под управлением водителя 1949 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Мазда погиб до приезда скорой медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция Саратовской области обращается к участникам дорожного движения и напоминает о соблюдении скоростного режима в зависимости от погодных условий. И напоминает, что нарушение даже незначительного правила может повлечь трагические последствия.